2-1, 2-1, так, до завтра, тащили не все. А это все тяжелое. Тут где-то получается 10 тонн. У меня все это на передней оси. Что, живое, нет? Нет, абсолютно он, нет. Пытается и снаружи, и внутри, то есть. Если упаковка помялась, все. Я так выбираю, которые более-менее поживее. Только коробки замяты, товар весь целый. Вот это все мои коробки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать где-то. Балеты большие, догрузили до потолка, башка без ума, нижние палеты, нижние коробки все подавили, все это мыло жидкое, все это, но благо, что хоть коробки полопались, а товар-то целый остался там, ничего. Ну, составили акт. На мою шею, наверное, теперь упадет. 18 коробок. Попал я на 18 коробок. Не знаю, что там решать будут. Вроде как бы завод вместо 1,80 м 2,5 м палеты сделал. 1,60 м ли. Сделал 2,5 м. До потолка, короче, у меня палеты. И
какая коробка внизу выдержит такую нагрузку. Едем дальше на Иркутск, поехали. Конечно, здесь Кемерово хороший город. Но светофор, наверное, уж половину надо было. На этом светофоре. Нет, следующий, да, на этом. Сколько светофоров, елки-палки. До моста едем уже. На следующий видео. Я смотрю знак, там, да, по 100 метров. Не, обрезаем туда, 100 метров стоим, 100 метров стоим. Разметка какая-то чудная. Левый ряд, третий, выпадает. Вроде как бы с левого ряда надо ехать налево. А он получается, что я со второго попадаю в правый, в левый. Жуть какая-то, блин, вообще. Как так можно было нарисовать эту разметку, чтобы это... А вот мы сейчас с Кемерово переезжаем через мост. Короче, я сюда приехал. Давно не ездил. Я никогда не ездил через Кемерово. Я всегда ездил это, через Томск. Не люблю здесь толкаться по этим улицам. Там подальше чуть-чуть, там немножко через дом, зато это. Еще и попали на старый мост, похоже. Здесь есть старый мост, новый мост. Я еще вот по этому мосту ездил. Когда-то. Внимание, похоже. Впереди камеры контроля скорости. Ограничение 60 км в час. Короче, накрутили, навертели, дай бог. Красная горка. Да-да, ездил я здесь тоже уже. Там по Мариинскому шагаем. Потихоньку. Очень холодно на улице сегодня. Утром встал, было 6-7 градусов. А сейчас... 12, что ли, пасмурно, и такая погода, не айс. Не айс нас встретил, Кузбасс. Кузбасс, 300 лет, везде написано, плакаты висят. Наверное, гуляли сильно, отмечали, что 300 лет. Хотя какая разница, 300, 500? Мы же 300 лет тому назад все равно не жили. Чего отмечать-то? Без фанатизма. Поедем без фанатизма. Спокойно. Я свое слово любимое забыл, елки-палки. Ладно, тут у меня ангел в машине живет. Подсказал мне. Говорит, без фанатизма надо говорить. Это работали ли мы в свое время? Я в Хабаровске на лесовозе. На лесовозе работал. И там
подъезжаешь на погрузку, говоришь, как тебе грузить, там, кепку, фуражку или шапку, там, это, тюбетейку или шапку, не это. Ну, или просто говоришь, там, Вася, по рации у нас рация, грузи, но без фанатизма. Ну, типа того, что не надо мне никаких ни шапок, ни это. Загрузи нормально, и я поехал. Такая вот была у нас там поговорка.